برجعنا خبيوة دابت هجانا أطورايا مدري عم موخون إيوخ من ما ثا أطورايا ثا أرمي بأطرا دروسيا اليوم يوم عدايد أطلاثا دي يوم أتزاخوثا قات عما لهر يو أطرا دروسيا كل أطرا واتدوي بوزونا جو خيادة سوفيتايا زي يو خين الأيوم قائقارا داني سهد تسدلون خا 3 مليون هر من من سوفيت من خيادة سوفيتايا هدية كل يوم وقت عم خا ميقرا بشمت ميقرا يفغيني لاباتين إلى بريت جد ماتت أرمي أمرانت أرميل إلى أورسنايا إن بيلبو إلى أتورايا سبب من سورة سورة من بابو سافي فينا أم أتورايا أم سورية ماتت أرمي من إيران شريونا وعديا بطلب متأنوتها من ميكرا لابا يفغيني لاباتين كتهاكي لكاتهن أيتهاش إتتبيتويته пожалуйста يفغيني إليч ну во-первых с праздником спасибо и вас с праздником Авыбрыха Аюма Алчулы, у Мякра Евгения Барухула Аюма. Расскажите, пожалуйста, о себе, о вашей семье. Вначале о себе, кто вы? Я родился в селе Урмия в 48-м году. Родители же здесь мои жили с 31-го года. А вообще жители станицы Константиновской. А в 31-м году... После раскулачивания переехали жить сюда, к ассирийцам. Ана бирьевен ла хаджуматет урмиш и тетал поучамо арпитмэнья. Аваги хиина ла хаджудаха мата манши тетал поучамо тлайха. Ина джане ман хдамата хитина ла ха ила угданет урми раба курбала шимо или Константиновская. Приехали в Константиновскую... Значит, каким образом получилось? Почему мои предки переехали жить на Урмию? Когда-то мой второй и третий прадед участвовали в войне в Персии и стояли в ассирийских школах. А говорю, школах. Это турецкая война 877 года. Стояли в ассирийских селах. И ассирийцы помогали казакам продовольствием, сочувствовали им. Да. Ну и как бы поклялись после ухода уже сюда, в Россию, как бы пообещали, что всегда будут помнить добро ассирийцев. И когда во время Первой мировой войны начали вырезать ассирийцев, христиан в Иране, в Турции, многие... Ассирийцы приехали сюда, на Кубань, в станицу Константиновскую. Ну, может быть, я переведу, да, а потом. Шитет альпот меня моша вышава. Савет савет мякра савет саву. Хи, это мякра Евгений. Ива джо Иран, армия Эдана Мельча Ива. А, Ива ваха мэндам палаши. Мэндам палаши, Гюгейса Мальчая, джо Иран. У Ива Эдана джу матфатет Урми. Они гейсет Мальчат, Мальча Николай. У тама Атурайи хамаша хуирана катэ, сабаб дахмшихай. У лахма ювэна, у би хайарьяты хина, у раба Ясура виил, ам Сурайи, ам Урснайи Эдана. Яни твани вальтош Бракова, Эдана Трякаряка, Казак, Ина, Амранат Леха, Русия, да, Угданат, Краснодар, Урмия, Иматфат, Ани Гуйрун, Касуряй, Диен. Ан Палашит, Мелька, Ана Палашит, Мелька, Пьяша, Казак, Казак, Сиан. Ан Цавы Диен, Ямриване, Казахай. Ла Казахай, Илаха, Умта, Казах, Ани Казахстан. Ла, Савы, Ана Шимьям Савы, Мере, Палшихва, Ахни, Казахай, Даркул, Туркай. Сабаб, Савы, Савы,
بابدیم می لا کازاک ساوی بابدیم می ایوا و خامن پلاش اتورای جو اورمی ایوا و جو دایو جایسات مناخا اخا پاتروس в войсках Агапатруса он участвовал в войне. У Хамаша и Хамзамуалан Мандиане Басиме будут и рассказывал всегда, да. Кат Шкайлена Раба Хайялта, у этого Раба Хубба, Бенат Атурае, у Ампалаши Орснай Садружество Союза. И казаков. И вот когда вернулись, мои прадеды были зажиточными. Урядник, он был дважды георгиевский кавалер Кондратий Иванович. Три чехвы Георгий... Христа. Слива. Слива от Георгий и Ваханыкша от Русия Эдана. О, Ришая Медалва. Сахда Георгий. مرگی ورگی مرگی ورگی ورگی آه یعنی او شوده آین او نوشان قبش الله تاوزونا جو جیسا ایوه و نیشان قد مرگی ورگی او ساو اطفال تریمنه تریمنه دو دا چو پرایلنه ساو یان ساو تساو ساو Савы, 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 да, да. Вот. И когда они приехали в Константиновскую, мои прадеды помогали им, дали работу, помогали, чтобы люди не, ну, не голодали. Угу. Предоставляли работу, они жили. Угу. И а когда так. Уже раскулачивали, он ушел в Грузию, мой прадед, и один, и второй, потом в Туапсе, и в 31-м году вернулись сюда, и здесь стали жить. Я переведу? Да. Эданет Катлахат Тиева... Савет Саву, Раба Спайхаива, Марит Зузева, Отфалун Чулеменди, Отфалун Арата, Отфалун Арата, Ураба Мендиана, Ухина Едана, Хуяда Советая, политикат коммунизм, Ива Кат Джерлахави, Давултана наши, Ян Сника наши, Чуле Хахави, У Менди Ешкилу на Мен Иде, У Джузена, У Шитат Лайха, Ani etina almatet Konstantinovka tamakhina shvivina Georgia vina Sochi uraba duchana shukhlepna haltina la abdanat komunista imanela khoyada sovieta shqalla sultana sovieta shqalla kulla arata arata u chumet etfalu u an palashit malka pishlon tlime tlime i kogda В 1937 году умерла моя бабушка. Дети остались сироты, 7 лет и 2 года. Раба Ушана в Армавире была ассирийская школа и ассирийский педагогический техникум. Раба Ушана приехал, случайно встретил моего прадеда на улице. Заговорили, расспросил, и в знак уважения, что он помогал ассирийцам в Константиновской, он двух тетю и дядю взял на полное государственное обеспечение и закончили они этот техникум, и школу, и техникум. И работали здесь. Антонина Петрова работала здесь всю жизнь в школе, читала по-ассирийски, писала по-ассирийски. И дядя. Ваша. Да. Да. И дядя, он был директором Новоалексеевской школы лет 30. Тоже участник войны, тоже и писал, и читал по-ассирийски. Шитит лайшава, почам от лайшава, нанет бабет, мякра Евгений, мунихтела, у ятума пишена ялсуры, шавашина утрешена, амту аммамуну, у рабы ушана этфа джумдитет армавир этфа мадраштет атурайы, у этфа бетсоба. وای آرمایور ایک الان پالا. الان چه کیلومتر لاله؟ جدا اقدان لاله. من دیت هر بچورت هم دیت لاله جدا اقدان آرمایور. او اتورای دیانش تانی و آرمایور. آرمایور. او تام ات و مدرسه تا ات و بیت صبا. او رابی اوشانا ای و خامل پانا جدا مدرسه. او آف اتی و لخ جمعتا. او دی و جو همزم تا بچت پکتا ام ناش کت آنی یاسور پیش نیاتومه. Шкілева, амтат м'якра Євгеній, у мамуну.
Люблеле джу армавир, у хумьеле, у мукрыеле, у джурвеселе, у ани кублена юльпана лая, виен пишена рабыя. Улаха джу мадрашта амтат мякра Евгений Арпишина, 40 лет мукрытала, Арпишина, у мамуну, у пишена мдабранат мадрашта джу дани матфатат кат ина арзибанат ульми. Поэтому благодарны и мы, русские, ассирийцам, и ассирийцы нам. У меня зять ассириец. Ой, хэтнет мякра Евгений Иля Атурая, а Ясура Гарбуш Бзиаделе. Он помогал и вот вам там, в мосте с Борис Юнаном в церкви, вот. Коля. Гайра, Гайурл, да. Хэтнет мякра Евгений Джо Умрат Краснодар Иманткат Тарусова Эхут Умра Кат Инади Классет Мадрешт Диен. У хэтнет мякра Евгений Хаман Гайранова Джудага Шула Шурикеле. Я живу рядом в поселке, но меня всегда тянет сюда. И да. Я всегда здесь. У мякра Евгений Бахайле Джу Константиновка Катлаха Курбела. Курбела. И на Леббу, у Хиялу, у Чуле Лахаджа в Урмина, у Джу Чуле Дани Зуяха, Чуле Ани Юмана Дыя, Майруйта, Яха Хадута, Чуматхоя, Аф Иле Лаха, Ам Чуле Амранат Матет Урми, у Дахзи Лохун Пармуяла Лишана Дыя. Хача Пармуван, Хача Хача. Лема, Лема. Базбайн Шаман Хазр Моди Масет Амар Влишана Атурая Капарджанан. Байт Амрит Хамид Арчлама Влишана Атурая Капарджане. Нашим всем слушателям, пользователям что-нибудь, пару слов. Но все, кто слушает, я хочу пожелать ассирийскому народу, когда-то великой нации, которых сегодня осталось не очень много, мне приятно, что собираются на праздники здесь, что поддерживают отношения. Рад за них и желаю добра, мира, всего доброго, счастья. Ана Батлабова, Ана Раба Багдаевин, у Батлабован, кат чули бне, чули Атурайе, чули Атурай Дунье, кат ина яле де Атур Гябарта, кат пише на Раба Хача Джудунье, пише на Бурбызе. Хави саламат, хыдзе, псых, хамаша джухаду яд, рыка мэн плаши, мэн рыка мэн чулэ ласпай шуланы. У хадах би йохун, у раба Багдаевын, катана амохун вэн. У... И пару слов по-ассирийски, пожалуйста. Басима. Мен гебет дапт Хагьяна Атурая, у мен гебет парджане дапт Хагьяна Атурая, у пхушай масын апшиммет умта Атурайта, танен раба мин таменнух, у мен байту таухун, у ахнан итлан икара хатха парсопе, у ахубба уйкарад магзуютун ле, هر هادخ اخنان مقروع قاتو خون خبا و ايقارة و الها يا ولو خي يا ريخي و يو خادوتا У него пасхута, а ту бне бейзуту. В радости и спокойствии, вы и вся ваша семья. У чат кельевахла каимта цахде Аллаха явальнияха карохата цахдан. Пусть Бог упокоит всех кюлей сахде учеников и героев. Кюл сахда, лахар сахде Атура, кюл сахде цхиде ине дар култ ломя. Дар культ... Дар кулд бише. Во всем мире. Они всегда были против зла. Все мученики всегда были против зла. Лея ден мохай на бет амреш. Спасибо большое. Пару слов об вот этом летчике. Ана Батлабова антре мутану тачрита буддага сахда, а я каим та катлаха бахзайова, хат хачаля на лхаджиба кат мабьяна, или таяра урсная, кат пишеле
Sahda Lakhaju Urmi у Адия Мекра Евгений Бытьявлян Мутанута Буддаха Сахда. В 43-м году в боях над Урмией был сбит летчик Кондаков. Не помню сейчас имя отчества. Кондаков. Был похоронен рядом с клубом. Но когда начали строить этот памятник, решили перенести могилу и останки летчика сюда. Захоронили его здесь вместе с погибшими во время Великой Отечественной войны. Приезжала сюда его жена на памятник. 2-3 раза приезжала. Сегодня ее уже нет в живых. Но все жители, которые здесь бывают, всегда чтят, помнят и благодарны всем. Și tot arpo arpitla danet plasha la khavie le raba khelana plasha almanaye mtina kavkaz chulishkilona u aha mekra aha sahdash familiu iva kandakov shmulekh btkharu ni aleksandr on bol вот не помню у меня записано но я сейчас просто не edana iva Tayara u Almanaya Tayasta Mumpelona, Mechiona u Vitla Bakiada, Peltelele Haju Urmi, u Rabaki de Vajan, u Rabaki de Vasakh Pisheva, u Hachmayumane Bne Mata Humyuna, in a Litfalun, Labdermanane, Chumendi Litfalun, Doctor Litfalun, Hina Juhele, Chumetet Favidlun, Lapishle, Nichle, u Pisheva. Tumra tamo chis club at mata ichitadi la club edana litva u kharta shinanat shavye imant aha kayum tapishtela la khamutita u muya koru ila la kha adiya daha sahda tumruna la kha bi chul igar bi chul raz u riz u la kha aha kayum ta mutonal u dan daha Tayara Pshimet Kandakov, u yemu khatu u bradzogidie etsina lakha edana khachmacha harvina bitaya u balshtadi ani dakhina sakhlena pish bishna jurb tavi etkha ahada akhas khda surta tashitla dahamata u madra tashita maghzuila ay sura bila bild prish invat قد أها إيفان خرايا ليفا أتورايا إن إكارا موتيلون اللو Еще что-нибудь можете добавить? Якубова я хотел бы отметить не один раз, Якова Александровича, который вот всем этим занимался, был действительно патриотом ассирийского народа. Его вклад вот в развитие, он и председателем колхоза был неоценим. И что еще хочу сказать, что и русские, и белорусы, и украинцы, и ассирийцы, и армяне, все, кто здесь жили, всегда жили в мире, семьи плелись между собою, и сегодня пол Урми, может быть, даже больше родственники. Да, и да. Я благодарен, что я родился и живу в этом месте. Якубов Шамумылер. Яков Александрович. У Мякра Евгений Матхурулу Шамат Якубов Яку. Брунет Александр, кат аф раба хейла мутл, раба спайшулана видел, тукберел, джудаха мата, у данет матет даха каимта, у шулана хина, у батана лемента мене, у медре марел, кат раба бгдайел, кат иле Амранат Дахамата, кат итле Ясура мен Атурайе, у чуле инват прише катитлеха, лева матуя першуня, лева матуя тапакут, у итфалун Ясура, итфалун Явальта, ушкальта, у хзмайта, у чуле джвирина, у хвитана, у бакрах, чуле и на хзманаку удало, джудахамата. Авитун раба Басима, мякра Евгений, авитун раба, раба Басима, раба Багдаева, бит факта амохун утлан икара. Спасибо, Басима. Эбнеум тен мух бедахт мутхаран мен камдана, шук мен да якаем такет пештела мутита шитет альпо чамо шавы, шавые.
انشنانه تريشنه كم هديه لخپشلون مود فتريكا يمياته اكت لخپيشنه مود خرش مانت دن پر سوپه كت شورك نجو بلاشا اينا ديرنا من بلاشا وخي نجو ماتا ومنيخنا من بر هذا انشنه خاراي وادي طلبخ من مكرا يفغيني كت يافلن خدمت انوتا بوداني تريكا يمياته расскажите пожалуйста историю вот этих памятников история памятников такова Обратился ко мне муж Жанночки, Рубен Александров. Попросил, он подготовил полностью всю документацию о том, чтобы на вот этой площадке, где установлен памятник погибшим участникам войны, установить две стеллы с фамилиями тех людей, которые вернулись с войны, и умерли уже в мирное время. Мені тлбла м'якра Рубен Александров, кат ана гайрыны, кат матахлун лаха ани каймята бишим, кат пеши мутхырыши маны дани парсупы. Авчулы варак Мурьезева, чулы мэнди худрува, джу хучма, сабап лаха лазым шак лах псаса мэн хучма, кат ашула, мут шула байыт одыт, бжар хави лух псаса, хави лух варак, мэн ришаны, мэн мдабраны, кат шула азыл лакама. У авчулы ани шуланы видева, чулы варак Мурьезева, худрева, у муева, у тлбла мэн мякра Евгений, кат хайыр, сабап или амран, Натлаха, сабаб нашиб даела. У мякра Евгений, вы у всех ассирийцев собирали деньги, да? Нет. Как помог это Рубен. Я единственное помог собрать все вот эти данные вместе с ним, с жителями, посетил практически каждую семью здесь. Никого не забыли и в военкомате, и в интернете. Всех, кто жил, кто не жил здесь, мы их внесли. Сюда. Поэтому здесь основная заслуга Рубена. Амранет мата джуммана хаджихайарьят, у мякра Евгений, амрубен Александров мудал, плихана джу аршив, тмдитет армавир, у курганец, ку чулени дучаны, у пултена шиманет чуле, бне матет урмия, кат хачханаша лапаеш муншия, кат матхарилун чуле, у хачмайер хаплихлун алдаха шула, халдэ данет ани трека емят, ха алдач гиба, ха алдо гиба, дибет мағзақла катохун, пішлун мутфулаха уалы, пішлун чтивы шиманет чуле бне мата, кат шурекена джу плаша. Адиятал бахман раби Самир уп аха каймта, мен курба мағзила, кат мабина, кат пишена чтивы шиманы, Это бнемата у алдоджиба. У дуна алдаджиба пишена чтива шиманет хазманет мякра Евгений Лопатин. Дуна бхзайн тла шимана Лопатин. Они манинат, манина. Лопатин Александр Акимович. Лопатин его сын второй это Виктор. Александр? Александр Акимович это отец. Это отец вот директора школы Новоалексеевской. Он моему деду брат родной. Дед здесь погиб. Ахунет савет мякра Евгений Лопатин да. Александр. Охина Виктор Брюнет Александр. Брюнет мамула. И Николай Александрович третий. Это тоже брат моего деда. У Николай Лопатин мадре или ахунет савет мякра Евгений. Тре ина ахунватет саву. У Хамене или Брюнет ахунет савет мякра Евгений. Они все были участники войны, все вернулись. Участники, эти этого, вернулись после да. этого. И Сарбеев еще вот здесь он есть. Угу. Вот Сарбеев. Это Антонина Петровна, что закончила техникум, что работала. Это ее муж Сарбеев. Угу. У Сарбеев или Джорет Мякарта Антонина, как Ива Рабыталаха, Джо Мадрашта. Евгений Ильич. Ба бут дани тре чалят, джу Урмия, немки, вот, которые спасли Августина, Урмию. Августина, да, и Маруся. Эй, пожалуйста. Я только, значит, был случай, я рос с отчимом.
В декабре 43-го, в январе немцы присутствовали здесь. Размещались, мне надо переводить. Ага, размещались в школе. Шитет альподжамо арпитла бьерхеттарисер алманае ива лаха джумата мадрашта шкилова у тама джудея мадрашта ива гейсетай у джумадрашта ива кентронат дани мадрашта тматет урми. Вот здесь жили две немки. Мужья были ассирийцы. Они же сестры были? Вот я не могу точно вот сказать, но родственники были, да. Ива Атурая, Амранет Мата, Яны Джвирева. Да. И когда немцы вошли сюда, они сгладили все, поэтому здесь не было ни убийств, ни казни, ничего этого не было на Урме. Они же хотели, согнали народ на расстрел. Да, да, они хотели, ну как и во всех станицах. И они практически сделали так, что уговорили, что нельзя этого делать, что это ассирийцы, что это народ, и, ну, в общем... У Эдана... солдат от Германии, дынак от Амранет Мата и на Гуйдае. Хшивынак от Хина Уйдае. У бынак от Чуле... Чулек пише на тому ал румта у Катмахилун Биджуле. Катлылун Чуле. У они хатфат пуркона Чуле Мата. Ани блишане джане мирина, кат ани ина Атурая, кат ани ина Мешихая, кат ани ина Ассирианс, о хабра Ассирианс пурпур. Думали, что евреи. Хи, думали, тухм хшивина кат ина Гуйдае. У ани тре Августина и хитешему. Августина и Мария. Мария, тре хатвата, чуле апуркена, амранет матак Атурая, улена швика кат катлилон, сабаб. Чули птазива, чули мата птазава. Адха упхдата шита, адха иджудаха мата, кат мадры ахуяда, биля биль умвата, прише, прише, кат хака дохина, хуйрана упуркана. Спасибо, раба мякра Евгений. Спасибо, Ива. Спасибо. Спасибо.